Працягваем выпуск. У мінулым годзе на Гомельшчыне перавыканалі заданні па забеспячэнні насельніцтва чыстай пітной вадой. Яна прыйшла ў 58 гарадоў і вёсак. Дзяржаўная праграма «Камфортнае жыллё» разлічана на перыяд да 2025 года. Для Гомельскай вобласці яе рэалізацыя з'яўляецца асабліва актуальнай. За выключэннем асобных тэрыторый Добрушскага района, уся пітная вада ў рэгіёне ўтрымлівае звышнарматыўную колькасць жалеза. Пры гэтым пры будаўніцтве адпаведнай інфраструктуры перавага аддаецца перспектыўным населеным пунктам. В прошлом году мы изначально планировали 50 станций. Вот. По концу года 58 населенных пунктов мы обеспечили, соответственно, чистой питьевой водой. 54 станции без железа построили. В двух населенных пунктах мы вот, Добрушского района пробурили скважины, и в них вода соответствует питьевому качеству, и не надо строить станции без железа. И два населенных пункта мы подключили к существующим системам централизованным с качественным питьевым водоснабжением. Поэтому 58 всего населенных пунктов получило, соответственно, чистую воду.